офицер пропагандистских войск Ольга Скобеева передала привет из Хельсинки, я так понимаю, где она находится, мне, моему коллеге Бориславу Березе и Ирине Геращенко по поводу того, что вот Россию зовут назад в Совет Европы, ура, мы победили. Ольга, товарищ подполковник Скобеева, вы рано радуетесь. Я понимаю, что вам очень хочется, но не спешите. Уже 5-й год вы пытаетесь это сделать, но у вас не получается. Потому что есть мы, есть украинская делегация, есть здравые люди в Совете Европы, и мы всегда побеждали вас и ваших лоббистов. Мы и в этот раз будем бороться. И правда на нашей стороне. А что касается вас и таких, как вы, Соловьев и прочие, так я сделаю все возможное, чтобы нога ваша не ступала по свободной земле Европы. Ваше место прыгать возле вашего царя-батюшки, немножко уже обезумевшего, но другого у вас нет. Вот и прыгайте вокруг него. Там ваше место. Пока.